У пошуках белорусских астероидов Минский планетарий заохвочивает юных астрономов долучиться до интернет-спаборництва. Каб стать удельником, не треба иметь профессийный телескоп, ти быть навуковцем. Достатково доследовать электронную базу данных Центра малых планет. Сярод уже открытых небесных тел треба знайсти астероиды с национальным колоритом. Это могут быть прозвища наших письменников, ти мастаков, назвы белорусских городов, ти историчных подей. Так само необходимо позначить их парадковый номер и год открытия. Уже наши участники нашли такие астероиды, как Шагал, Голубев, Витебск, Минск, Брест, Белоруссия и так далее. Их достаточно много. Всего астероидов уже известно более 700 тысяч, а вот астероиды, которые имеют собственные имена, около 20 тысяч. Вот среди этих 20 тысяч можно попробовать поискать белорусские. Вот мы предлагаем поискать белорусские. Все ссылки, более детальные условия и куда присылать, в каком виде свои результаты, есть на сайте планетария. Туристы вот активизировались летом, такой сезон, когда много у нас посетителей, особенно детей, с семьями приходят люди. В скором времени у нас, помимо Дня астероида, состоится премьера нового полнокупольного фильма «Мышата и луна». Назирание принимают на электронный адрес столичного планетария до 29 червня. Лепшие доследчики отримают сертификаты и смогут наведать любой космический сеанс, а так само свято Международного дня астероида 30 червня.